Турм. На месте бежит. А что такое, это у меня пинг или нет? Раскидов нет, смоков нет. У него тоже нет. Еще и граник. Ну зачем, Олик? О, прям в лицо! Сейчас сожжет. Я не знаю, как я живу, пацаны. Смотрите. Оу! Я подумал, он уже пушит нас. Сколько хаех? Маньяк какой-то. А ты что, тупо в арт? Ой-ой-ой. Добрый день, everybody. Сегодня вместе с тобой, дружище, мы идем в каточку с золотым оружием. Если нас убивают, мы выходим и заново выбиваем 100% золотое оружие. И какое оружие нам падает, с тем мы идем в катку. Перед началом ролика попрошу вас прожать по максимуму лайки и подписаться на канал, если еще этого не сделали. Ведь 80% смотрит мой канал без подписки, а это значит, что вы все равно возвращаетесь на канал. Давайте не будем тянуть кар за затвор и погнали на черный рынок. Будем открывать... О, а погнали на булдроп. Раньше я играл на этом сайте, и мне падал достаточно-таки неплохой дроп. Давайте проверим мою удачу сегодня. Но перед тем, как испытать удачу, мне для начала нужно пополнить свой баланс. На сайте есть просто множество способов пополнения баланса, но самый простой, на мой взгляд, это как раз-таки пополнение по QR-коду. Перед тем, как пополнять, обязательно используй мой промокод, ведь он дает плюс 15% к пополнению. Для того, чтобы пополнить баланс, все, что вам нужно сделать, это отсканировать QR-код в приложении вашего банка и оплатить. Булкоины просто молниеносно залетели к нам на аккаунт. И, ребят, смотрите, сколько здесь кейсов. Здесь просто куча кейсов. Но также есть два абсолютно бесплатных кейса, которые ты можешь открыть абсолютно бесплатно раз в 24 часа, просто зарегистрировавшись через соцсеть. Я же, в свою очередь, пойду открывать кейс «Ночь ужаса», потому что мне с него очень и очень всегда насыпает. Так неплохо. Смотрим, первая десяточка. Чикс, 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 ну да еще. Ой-ой-ой-ой, окуп, продаем и открываем еще десяточку. Чикс, ой-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 ой, это уже неплохо, пацаны, это уже неплохо. Продаем и, может быть, откроем еще разок. Нужен либо мифик, либо золото. Нужно, чтобы что-то такое нереальное завезлось. Вот, например, как такое. Ёптель-моптель. Пойдет, пойдет. Давайте продадим и зайдем в обменник, обменяем наши скибидишки. Заходим в обменник и просто нажимаем на кнопочку «Обменять». Происходит анимация, и здесь мы выберем на этот раз, я думаю, правый куб. Посмотрим, что нам залетит. А залетает нам... Ё-моё! Ваш подарок от Вантусмена. Мифик за 2700 булкоинов. Найс! И также, ребятки, не забывайте заходить в Bull Pass Весна. Здесь вы получаете подарки за то, что открываете кейсы и играете в мини-игры. Здесь есть куча подарков за разные уровни. Для вывода UC-шек заходите в свой личный кабинет, нажимаете «Вывести UC», здесь вставляете свою игровую ID-шку. И затем вводите сумму вывода в булкоинах. Я буду выводить, к примеру, 5000 булкоинов. Это 3300 UC-шек. Нажимаем «Вывести». И пока UC-шки выводятся, ты можешь абсолютно бесплатно забрать кейс-мусорщик по данному промокоду. Пока ты забирал кейс, UC-шки пришли мне на аккаунт. Популярные предметы, хотел бы я сказать, но нет. Лотерейный набор и набор премиум оружия. Погнали. Десяточку. Не, почему десяточку? По одному будем открывать. Какая пушка золотой падает, стой и идем. Не золото. Не золото. Не золото. Не золото, ё-моё, что такое игра, алло. Дай хотя бы МК-шку золотую.
Нихера себе, сколько слил, ни одной золотой пушки еще не упало. Спасибо за МКшку-вышку, ну дай золото. Ого! Бронебойная пуля, АМР Кобра. Это, конечно, имба. Но с одной лишь АМРочкой в катке мне будет нереально тяжело. Но надеюсь, хотя бы одного человека мы вольнем. Поэтому давайте я сейчас быстренько делаю закуп и встречаемся с тобой уже в катке. Слушай, ну спавн идеальный, мне кажется. Вот просто идеальный для того, чтобы поснайпить. У меня, не знаю, настроен прицел на снайпу, не настроен гироскоп. Вроде как настроен. Так, ребятки, и после каждой смерти, даже если пушка не будет с меня слетать, я обязательно буду заходить и покупать другую. Пытаться выбить. И, естественно, у нас некоторые пушечки уйдут на розыгрыш. АМРочка это 100% пойдет, поэтому, если тебе нужна золотая пушечка будет, обязательно досматривать ролик до конца. Пацаны, вот здесь сейчас тип заспавнится, но мне кажется, лучше крутить прицел. Да, посмотрим. Вижу. Надо было подождать. Ой-ой-ой, не надо было подождать. Ваншотнуло? А как ваншотнуло? А, я в голову попал, по-моему. Да, был звук приятный. Я знаю, что в спине у меня тип бежит еще. Но хотелось бы залутать с него хотя бы МКшку. А ну-ну-ну. Вау, что-то красненькое. Может и с МКшечкой. Не, броня кобра. И сзади меня там два типа еще заспавнились. Пластину пока ничего не буду перекидывать. Вальнут так вальнут. Пофиг. Такс. На рептилоиде тип. Давай быстренько все-таки закинем пластинку на себя. Чикс. А нахера я разрывы? Ай, закуп мой стоял. Ну пускай пока у меня будут. Возможно, найдем МКшечку. Но первый килл есть, ребят. И то хорошо, и то хорошо. Ничего себе, я не думал даже, что я смогу вальнуть. Вы видели, как он в меня целился? О, если этот еще пикнет, я ему дам в голову. Если в голову шотает, то это имба. Текстура! Текстура, дура! Вот так я бы даже сказал. Шею. Ну, это такой соперник. Пока слабый. Если закроет, будет сильным, но он что-то теряется там. Текстура, ну блин! Два раза в текстуру вальнул. Сейчас меня с другой стороны могут прикрыть. Это он... Зачем? Хочет сделать буратино из дерева? Ё-моё! Чел, ну попекайся, пожалуйста, для контента. Понял. Он зашел в метро? Не-не-не. Есть! Наконец-то в голову залетело. Ё-моё, я не могу, понял? Не могу привыкнуть к таймингу второго выстрела. Я понимаю, что она стреляет быстрее, чем тот же Авик, но медленнее, чем СКС-ка. Тут надо ритм поймать. О, не могу поймать ритм. Вот так скажу. Ну, 2 килла уже есть. Причем я не понимаю, почему этот чел не пикался. Теперь понимаю, наверное. Не, но он был в 6-м сете по-любому. Так, хлопцы, девчата. Ё-моё, как произменял меня бот. Куда мы бежим дальше и что делаем дальше? Вот теперь я понять не могу. Нам надо занимать какую-то снайперскую... О, на гору погнали. Снайперскую. Видишь, когда я со снайперкой, я могу говорить о том, что я занимаю снайперскую позицию.
Был бы я СМКшкой, все бы говорили, что я крыса. А так вопросов ноль. Ну, типа, чел играет со снайпой, значит, он снайпер, он тактически выжидает других типов. А если ты СМКшечка лежишь, все, ты автоматически крыса и отмазок быть не может. Правильно, пацаны? Так что пойдем покрысим. Ой, какие покрысим? Поснайпим. Давай. Если б еще кто-то бежал. Но я думаю, что вальнуть я еще смогу только штурмовичка, который заспавнится вот здесь. Либо же другого. И он пойдет лутать коробку, скорее всего. О, это не штурм. Это бот файтит по типу. Главное, чтобы они не подходили ко мне в close fight. МКшечка. Пойдет он лутать кейс? Если пойдет, и если она ваншотает в голову, то ляулю ему будет. Я просто до сих пор не понял, шотает она или не. Тут, по-моему, за коробкой. Да. И у него не шестой броник. Вернее, шлем не шестой. Ё-моё, надо было только что стрелять. Тупанул я. Может, забайтить его? Потому что если он подойдет близко-близко, мне GG. Ага. Давай. Поднимись вот сюда. Пожалуйста. Как думаешь, подымется? Да, я думаю, да. Не. Ты в сковородку! Ё-моё, как же я лоханулся. Да ты шо, GG. Вот сейчас он меня и прикроет, 100%. Обычно, когда вот такая херня случается, надо было там ему еще в голову стрелять. Ё-моё. Ну, два таких промаха и третий в сковородку. Хотя он бы его не нокнул. Вон, смотри. Штурм. На месте бежит. А что такое, это у меня пинг или нет? Да, походу, у меня интернет отлетел. Да как? Погоди. Я вот сейчас записываю видос, и у меня параллельно играет музыка на компе. В Ютубе. Музыка не остановилась. И сигнал передается, картинка этого. Игры передается через Wi-Fi на комп. Wi-Fi не отвалился. Ё-моё. Ну это серваком какая-то херня. Сказать, что я в шоке, я... Это мягко говоря, что я в шоке. Потому что, смотрите, вы меня, к сожалению, не видите. Если была бы вебка, включена она-то есть, то я бы вам показал, что на телефоне у меня Wi-Fi нормально работает. И вот я захожу по Wi-Fi на YouTube, прогружаю видос, и все у меня грузится. Ну как такое может быть? У кого бывали такие баги с тем, что Wi-Fi действительно работает нормально, либо же мобильный интернет, а папчика вас выкидывает? Напишите, пожалуйста, в комментах, я один такой или не. Это просто дичь какая-то, пацаны. Соединение потеряно. Ну и 100% меня уже назад в каточку не впустит, да? И пушка слетела. А ну выкинет сейчас из игры или нет? Есть ли интернет? Вот в чем вопрос. А ну. Не буду здесь ничего монтировать, просто чтобы вы сами удостоверились в том, что это проблема не с Wi-Fi. Ну, конечно. Конечно, все слетело. Я просто в шоке. Ты прикинь, слетела броня, шлемак, еще и пушка золотая. У меня нет слов, ребят. Скорее всего, броню мне вернули, да? Золотая пушка, сорян. АМР-ка золотая уже не идет на розыгрыш, как вы понимаете, по определенным причинам. Ё-моё, как же типу повезло, который меня вальнул. Это просто жесть. Других слов не подобрать. Фух, ладно. Первый блин комом, как говорится. Ну и интернет, надеюсь, не подведет. Хотя при чем тут интернет? Сервера. М24 золотая. Доработанная нарезка увеличивает скорость пули на 20%. И расширенный магазин увеличивает емкость магазина на 5 единиц. Опять снайпа? Ну погнали.
Да это прям дежавю какое-то. Ты прикинь, опять тот же спавн. Как такое может быть? Ну, пацаны, мне кажется, что М24 это, естественно, не АМР-ка. Так та АМР-ка была еще и на бронебойку. То круче, чем АМР-очка, мы в сегодняшней катке ничего уже не выбьем. Но посмотрим. Сейчас увеличим. Тупо похер. Ну-ну-ну-ну-ну. Ого, в бота 3 раза надо залить. Похоже, в типа надо. Оу, щит! А это с другой стороны по мне уже наяривают. Паркур. Причем так нормально навалил, я не понял даже из чего. ВСС-ка, скорее всего. Но это 100%, да, не тип, который за деревом. Мне кажется, это в спину залетало. Хотя тип там что-то пикал тоже. Или опять пинг. А, кстати, в прошлой катке же пинга не было. Поэтому это явно... Не понимаю, откуда. Пацаны. Вот это хорошая пушечка. Я бы себе такую хотел. Чего он нашивает? Ну, скорее всего, что ВСС-ка. Хотя пинг 32. Для меня нормальный пинг это 20. Ну, мой средний пинг. О, уже в упоре тебе, чел. Да, с ВСС-кой. Главное, чтобы он в close fight опять-таки не подходил. Мне чем дальше, тем лучше, тем больше шансов. Я вижу, вижу его. Вопрос в том, видел ли он меня, но я думаю, что... А, все. Мне надо отбегать. О, вот так. Чел, давай на таких расстояниях файтиться. Сейчас сзади меня прикроют. Ну его нафиг, надо отходить куда-то подальше. Потому что он перестал вообще двигаться. О, батейра. Это хорошо, возможно, этот челик теперь... Раздуплиться, а ну, не раздупляется, пацаны, но ВССК это имба, конечно. Я думал, что это мне сзади в спину шьют, а это время он по мне валил. Топ пушка. Ай, пацаны, 23-я минута, сейчас штурм появится. И фишка в том, что, к сожалению, ну, что можно делать с М24 вратки? С М24 вратки шансов... На самом деле, очень и очень мало. Потому что вот здесь, в опене, есть еще шанс. А там, во-первых, что запрятаться можно. Во-вторых, что радиация, ну, будет мешать нормально целиться. Такое себе, знаешь, я не знаю даже, что мне делать. О, штурмовичка вольнем. Мастер 81. Все, хотя бы кого-то вольнули. Ну, попытаемся в радейку зайти. Что нам делать? Попытаемся. Другое дело, если б, понимаешь, была бы какая-то пушка на close fight еще, тогда да. А так приходится ТДМ-ки вспоминать. Ну, ожидаемо. Так, на этот раз хотя бы М24 не слетело. Погнали на черный рыночек. Лотерейный наборчик. М24 пойдет на розыгрыш. Да что ж ты будешь делать? Сегодня что за день снайпера? АВМ Кобра. Бронебойная пуля увеличивает пробивание брони
10%. Ну, тоже топ-пушечка. АВМчик. Слушай, по сравнению с М24 топ из топов, а вот с АМРкой напиши в комментах, какая круче. АМРка, либо же АВМка. Хотя и та на бронебойку. Не знаю даже, пацаны. Но та с нас слетела, а это пока только-только заходит с нами в каточку. Может, глушак надо было бы взять, а? Или пойдем так? Да нет, так пойдем. Три пушки, три золотых снайперки. Что ты будешь делать? Где я так нагрешил? Я не понимаю. Так, быстрый закуп. Сейчас сделаем вот так. Патроны скинем. На граник пускай будут. И купим сейчас на АВМчик. Чаемся в катке. О, спавн топ. Ну, лучше был бы тот. На этом спавне мы, значит, успеем забрать еще рептилоида. Найс. Сейчас по Шурику его заберем. Давай, давай, давай. Павнся. А рептилоида не шотнула в голову. Ну-ну-ну. Два раза не шотнула. Три раза не шотнула. Ого. Да ладно. О. Пятый шлемак. Пускай штурму останется. Так, хлопцы, девчата. Пытаемся еще раз заснайпить. Вот тут тип должен быть. Где-то здесь. Примерно вон там. А, он уже прибежал. Ну блин, ну это ГГ. Я не знаю, что делать в таких случаях. Он еще и с МКшкой. Он, по-моему, голый, да? Нам надо максимально отойти. Ему и в тело, в принципе, раз хватит. Почему не жмет до сих пор? Так. Ага, вижу. Здесь был. Давай подбайтим его. Оу, щит. Ё-моё, вот это подбайтил сам себя. Сейчас этот заагрится. Да. И тот. Да ну блин. Маков, есть еще один смог. Так, ну теперь с тем можно попекаться, который за деревом. Давай, давай, давай. Хорош. Так, можно отойти дальше. Это было очень круто. А этот, получается, у нас в окне, да? Не. Интересно. Чел. Он, походу, не захочет пикаться. Зато сейчас придут другие челы, которые захотят пикаться. Больно, 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 больно. Больно! Зато я знаю, где ты теперь. Теперь ты мой. Вижу, вижу, снизу теперь он. Да, чел, теперь ты мой, 100%. И тут еще ящик красный у нас. Давай еще раз. Будет он перелазить или не? Не, все, GG. Промазал! Попал, попал, попал. Пух, я аж расстроился чуть-чуть, когда промазал первый раз. Двоих забрал с АВМа. Слушай, идет. Бронька. Ну, это так, бронька на время, потому что в любом случае она сейчас кому-то с меня слетит.
потому что мы будем до Талова в каточке находиться. До Талова, пока не убьют. Либо же пока мы всех не закроем, но... Со снайперками нужно держать максимальную дистанцию, это... Ооо! А я патроны! Найс, вот теперь найс. Да, не вышка, но все равно МКшка. Пойдет. Теперь шансы на хорошую каточку немножко так увеличились. Еще бы граник найти. А, что ж я скину, если граник найду МКшку. Так, пацаны. Погнали. Ай-яй-яй-яй, слышу. Как раз на такой дистанции идеальной. Чиназес. А, там еще один. Этот убежал. Уж тип, да? Да-да-да, Даник его звали. На всякий случай вам так подскажу. Но там у нас еще один есть. А вот куда он будет крутить? И будет ли? Будет. Почему низкий бросок? Да ё-моё, я ж нажал на высокий. Два раза. Да. Давай попекаемся, давай. А ну. Блин, только убрал прицел. Ну, давай, чел, чтобы сзади никто никого не закрыл. Куда он делся? О! Задвигался. Ну! Устается. Давай. Текстура! Прикинь, ну смотри, ее прям видно. Больно? И не убила его. А он здесь 100% стоит между этими балками. Ну, не, ну это херня был. Бросок. И прикинь, один раз получил, все, больше не пикает. Ай. Ну, ему можно стоять просто тупо весь день, вот так и не двигаться. Мне для видоса, естественно, нужно что-то делать, поэтому, скорее всего, сейчас пойдем его пушить. Ой, блин. Погнали сюда. Я надеюсь, это он был. Еще кто-то идет. О, шлемак у меня подубит. Собайтесь.
Я не знаю, приходится бегать вот так, ребят, по кругу, чтобы с авика повалить. О! Тори штурм. Погоди, а как он сразу в броне появился? Или он не заспавнился здесь? Он просто прыгнул со здания, скорее всего. Да, я подумал, что это штурмовик заспавнился, а он уже одетым был. Кто-то мой кейс подлутал. Вот здесь, наверное, стоит. Ой, сейчас, пацаны, бустанемся и побежим. Погнали. Раскидов нет, смоков нет. У него тоже нет. Еще и граник. Ну зачем, Олик? О, прям в лицо! Сейчас сожжет. Я не знаю, как я живу, пацаны. Смотрите. Оу! Я подумал, он уже пушит нас. Сколько хаех? Маньяк какой-то. А ты что, тупо в фарт? Ой-ой-ой. Я не знаю, как я живу. Просто не знаю. Чел, сорян, я знаю, что у тебя там бомбит. Но я действительно не знаю, как я выжил. Наверное, благодаря АВМке. А, еще один шлемачочек. Погоди, разрывы назад. Маков у него не было. Ну, положить в рюкзак, все. Ой-ой-ой-ой, пацаны. Наверное, это будет единственная в этом видосе катка, которую я не солью. Потому что я пойду на выход. Рюкзак, в принципе, полон. Почему бы и не вынести пару шлемаков и броник? Ну почему? Зачем мне кому-то отдавать свой килл? Правильно? Еще и золотую пушку. Так что в следующую катку все равно откроем новый золотой кейс и пойдем. Потому что я не хочу с авиком еще раз заходить. Хочу с какой-то пушкой поиграть автоматической. Хотя авик достаточно себя годно показал, мне кажется. Так, хлопцы, вторая пушечка, которая пойдет у нас на розыгрыш, будет АВМ Кобра. То есть у нас М24 идет на розыгрыш и АВМ Кобра. Погнали, черный рыночек, лотерейный наборчик. И опять десятку хочу открыть. Не, по одному. Куплю. Берильщик. Вектор. А можно золотой вектор, ПЖ? Только не снайпу золотую. Понял, спасибо. Понял. Лучше тогда давай золотую. Ага. Да ну блин. Петух, ё-моё, доработанная нарезка увеличивает скорость пули на 20%. О, вот это уже имба. Вот это уже имба. Третий раз на этом спавне. Слушай, лучше б я в прошлой каточке заспавнился на этом спавне с АВМкой, а с петухом заспавнился бы на рептилоиде. Мне кажется, так бы было поярче. А ну-ну. Давай сюда. Чел заспавнился вон уже. Не знаю, видит он меня или нет, но мне кажется, с петуха будет закрыть сложнее, чем со снайпы. Блин, я мало патронов взял, мне кажется. Куда он побежит?
Погнали. Ага, сюда бежит. Пустается до сих пор. Да, он же меня не видит. Все нормально у него пока. Да, да, да. А че он в эту сторону бежит? Максимально непонятный чел. Обычно все бегут на канаву. Еще и фиолка. Найс. Что сказать? Пацаны, пацаны, слышу, слышу, слышу. Кому помочь? Не вижу. Это уже в метрошке, походу. Да, наверное, они уже в метро пофайтились, поэтому нам надо валить вратку. С такой пушкой почему бы и да? Петухом сам Бог велел туда зайти. Чекнуть, что там, как там, у кого там. А ну, а ну. Давай слиток, либо же груду. О, рептилоид. Понял. Давай закинем все равно. Да, это ж рептилоид файтит. Или на льду? Да не, рептилоид. Или кто-то рептилоида ДБС-кой? Вот так. Вот так. Еще кто-то идет. А! Китайчик. Кто бы сомневался, что это китайцы? Да ладно, как он меня прокоцал? Я и не заметил. Вообще думал, он ни разу по мне не попал. Капец. Он еще и броню мне так нормально продамажил. Мне казалось, что он не попадает вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это хороший китаец. Так, этот в рюкзак, это сюда. Это очень хороший китайчик. Такс. Пойдет. Ну, посыпался так посыпался. Ого, у меня семерок разрывов много. Обустанусь. Вижу, типа, вижу, 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 вижу. Еще в упоре, типа. Ого, хорошо, что я потому не начал зажимать. О, тоже со снайпой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слушай, я мог его уже прикрыть несколько раз. Пойдет он пушить. Ешечка пойдет. Пойдет он пушить. Отмена. Целит, целит. Зацелил. Он под этим бортиком. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Найс. Да шо ж ты будешь... А, не, а ну. МК... Да ладно, вот это забайтил. Жопа высшего качества. Ё-моё, чел. Нахера мне 26 бустов? Я привык просто, пацаны. Сорян быч, если смотрите, и у меня тут
бардак в рюкзаке. Я просто привык в турме играть, чтобы там всего по максимуму у меня было. Поэтому так и катаю. Так, разрывы. Погнали. А какая у нас дверь? Я не посмотрел. Сейчас не могу, естественно, чекнуть. Не, могу, но... Могу и чекнуть, и отлететь в менюху. Дверь B. Понял. Я, конечно, люблю контролить дверь A больше, но... Дверь B тоже пойдет. Может, письмо есть? А ну, чекнем. Так, пес не загрелся. А ну. Дай нам письмецо, чтобы мы забайтили типов на дверь. Понял. Ну ладно, давайте чекнем еще эту писемку. Но шанс невелик. Мне обычно отсюда не падает письмо. Понял. Капец, только сменил графу, дверь би как раз открыли. И палят боты, конечно, меня. Блин. Надо было сразу бежать на дверь би. А, у меня моликов нет. Тогда будем так файтиться. Угу. А что ж такое? Пацаны, у меня выхода нет. Мне надо только бежать на него встречать. Погоди, а дверь би он залутал? Он же не залутал ее, по-моему. Зачем мне сливаться? По-моему, он ее не успел бы залутать. Не, залутал, прикинь. Ну ладно, пофиг, пойдем к нему. Я знаю, что это 99,9% слив, потому что он будет сидеть там, принимать нас, но все равно. Отдадим золотой петух ему. Ни хера не вижу. Ой-ой-ой, как темно. Погоди. А чё он ждал тогда, если он дверь открыл? Зачем он сидел там? Не понимаю максимально. Колесница уехала! Так, если он на колеснице, значит он куда хочет? Знаешь, в какую сторону? Я не. В правую. Я лох, спрятал оружие и кулаком просто ударил в воздух. Ай, чуть-чуть, там чуть-чуть не хватило. Блин, но эта каточка мне понравилась больше всего. Да, это не МКшка, была бы МКшка, я бы его 100% перестрелял, но я чувствую, подомогу. Петушок все-таки на дальней дистанции, он не так работает, как вблизи. Так, но он не слетел, поэтому тоже, ребятки, отправляется на розыгрыш. И что, я думаю, будем подвязывать или еще с какой-то пушкой сходим в каточку, как думаешь? Ладно, давайте посмотрим, что за пушка упадет, а потом я решу, да или да. Гроза. Почему бы и да? Изысканная пуля увеличивает базовый урон оружия на 10 единиц. Пойдем еще в одну каточку сходим. Парни. Ну, я не отремонтировался и... А, не. Давайте так, слетит, то слетит. Гроза не слетит, то не слетит. Сейчас посмотрим. Мне пофиг. О, гроза не слетела, слетел броник. Значит, кому-то очень сильно повезло. И причем там, по-моему, броник был с двумя пластинами. Так, нам нужен броник с одной пластиной. И докупим два подсумка. Так, и плюс... По поводу катки с петухом, у меня не стояли таланты на петух, к сожалению. Возможно, если бы стояли таланты на ПП... Не, давай сюда возьмем коллиматор. То тоже я бы того чела мог бы перестрелять. Но так есть как есть. Ой-ой-ой, гроза плюс глушачок. Это самый любимый звук. Ну, один из самых любимых звуков в игре. Так, отремонтироваться. Обязательно. Отремонтирован. Закуп. Так. Есть, на граник возьмем, найдем у кого-то граник, будем с гранником еще.
спавн, конечно, под снайпу больше, чем под грозу. Но будем прорываться. У нас вот здесь тип заспавнился, скорее всего. Право от нас сверху. Ну и, естественно, там прямо. Прочекаем типа. Вот тут спавн есть. Ой-ой-ой, сзади выстрелы. Надо было туда бежать. СКС-ка. Короче, прочекал, никого нет. Сейчас спину только. Тра-та-та-та-та. СКС-очника я бы закрывал, конечно, в клоус-файте. Он там тапает так, что ого-го. Китаец, походу. Ага, вижу его. Он меня не... Это по нему файте тип, скорее всего. Погнали. Закрыл его или это... Не, это этот... СКС-очник бота прикрыл. Это не СКС-ка. Возможно, у него было две пушки, я не успел заметить. Бегу, бегу! Он спалил меня, да? Да не, если б спалил, я был бы уже в менюхе. Вон еще бежит, или это он? О, в коллиматор это еще то дело нашивать. Да, это он, скорее всего. Так, челик. Ты можешь закончить полностью видос. Нет, ты его не закончишь. Оу, а вот бот сейчас закончит. Подлый бот! Ух! Подлый, подлый, подлый бот! А не-не-не-не-не-не-не-не-не, бот, ну не гони! Ух! Ты шо, Батейра? Чуть-чуть! А что вы будете делать? Это такой больше его хер еще убьешь, но я как-то быстренько его закрыл. Обычно... О, бежит, 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 пускай бежит. Обычно, чтобы этого снайпера закрыть, патронов уходит с МКшки. Хер знает сколько. Да ладно, там что, текстура? Не, я понимаю, что я не попадал, но хотя бы одна пулька могла бы зайти, поставить маркер. Так, мне интересно, что у него. Где киллбокс? Оу, щит. Пацаны, прикинь. Да ну ладно. А, уж вот здесь. Рюкзак. Не, мне надо уходить от того типа. Такое ощущение, что он от меня ушел. Не, вон, смотри. Да ладно, ну как? Гроза не слетела, слетел шлем. А это значит, что мы пойдем еще в одну катку, потому что меня как-то чуть-чуть бомбануло на самом-то деле. Я видел, что он лежит, прицелился себе спокойно, зажал и все равно не закрыл.
Давайте один раз, ребят, переиграем. Не буду уже новую пушку открывать. Хочу с грозой сыграть. О, как раз таки тот спавн, на котором я должен был начинать играть с грозой, но вышел из-за того, что не сделал закуп и не починил броню. Сейчас посмотрим, как здесь пойдет. Ну, просто обидно тому типу было слиться. Реально обидно. Абатейра. Так и знал. Он такой бесячий, этот бот. Так, и по идее тут еще мог тип заспавниться один. Давай золото. Золото притягивает золото. Понял. Понял. Вообще не золото. Оружейку пока не чекаю. Скорее всего, здесь не заспавнился никто. А может, заспавнился, убежал в другую сторону. Так, чисто по типам хочу эту катку. Не, ну этого я еле закрыл. Тут надо было не входить в прицел. Этого серьезно, еле-еле закрыл. Ого, патроны. Погоди, а он по кому наваливал? Нихера себе, с зелеными патронами зашел. Так. А, вон куда он стрелял. Не уходи! Стой! Можно я с тобой? Можно? Спасибо. Так, а тот тип, которого я закрыл первого, он кого-то убил или не убил? Вот это мне непонятно. Или он по нему огонь зажимал, а? Оу! Непонятная тема. Так, пацаны, погнали тогда. Куда? В ратку? Кудой? Давай тудой пойдем. Через метро. Я подумал, это бот. Ух, нихера себе. Вижу, вижу. Да ладно, не горит. Ага. Напугаем. Ого, он тут склад устроил. Уже не хочешь пушить? Да ладно, на перезарядку. Я Артур. Я Виталик. Приятно познакомиться, Артур. Спасибо за патроны. Кого он тут позакрывал? А ну. Но это бот, да? Это бот. А это? Йоу! А это по кому?
Это по кому были выстрелы? Ай-яй-яй, паркур, паркур. А, сзади, 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 еще чел. Ё-моё, блин. А, это походу тот чел, который забрал мою АМР-ку в первой катке золотую. Скорее всего, ребятки, это он. По крайней мере, я хочу в это верить. Так, ладно, я наигрался. В этой каточке мне больше понравилась игра, чем в предыдущей. Опять-таки, два типа взялись из ниоткуда. Гроза не слетела, значит, она тоже идет на розыгрыш. Ребятки, для участия на розыгрыше в золотых пушках, на золотые пушки, вернее, все, что вам нужно сделать, написать словосочетание ключевое в комментах «Золотой снеговик Метро Рояль». Вот этот снеговичок, и я пойму, что вы участвуете в розыгрыше на пушку. Будет три победителя, получается у нас АВМ золотая, М24 золотая и гроза золотая. Каждый победитель получит по одной пушечке, так что выберу трех победителей и уже рандомно каждому выберу, какую пушку дать. В принципе, ты можешь написать словосочетание «Золотой снеговик Метро Рояль» и там указать, какую пушку ты хочешь больше, я уже буду отталкиваться в выборе потом пушек победителю именно из комментариев. Ребятки, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Не забудьте прожать лайк, подписаться на канал, если еще не подписаны. Увидимся с вами в следующих видосах. Всем пока.